Sky Industrial Group является одним из крупнейших предприятий в стране. Здесь производятся лифты для многоэтажных домов, ориентированных на рынок не только Кыргызстана, но и стран ближнего зарубежья. В течение уже года предприятие выпускает очистные сооружения, такие как очистители воды, маслоуловители и пылеуловители промышленного назначения. Компания «Скайтунук», входящая в состав этого холдинга, занимается строительством очистных сооружений. В настоящее время компания в основном сотрудничает с предпринимателями из Исыкуля. С 12 марта текущего года, после подписания главой государства указа об очистке озера и предотвращении экологических катастроф, спрос на очистные сооружения этой компании возрос. Это оборудование необходимо для предотвращения попаданий грязной воды в озеро Исыкуль, являющейся жемчужиной Кыргызстана. Мы занимаемся производством очистных сооружений разного типа. У нас собственное производство, базируемся в селе Ленинском. У нас есть разные оборудования, у нас очень большая линейка продукции, то есть локальные очистные сооружения контейнерного типа, железобетонные очистные сооружения. Помимо этого есть доп. Продукция, как канализационно-насосные станции, жироуловители, нефтеуловители. То есть мы делаем все под ключ, осуществляем. И тунук-сервис у нас есть. Эти сооружения построены из самых современных материалов. Используемое сырье импортируется из России и Кореи. При производстве очистных сооружений используется самое мощное цифровое оборудование. То есть у нас самые технологичные, так скажем, установки. Мы пользуемся корейскими технологиями, корейские стандарты, корейская сторона очень строго к этому относится, поэтому за качество наши клиенты могут не переживать. На данный момент этот сезон мы очень хорошо отработали на Исыкуле, сейчас мы продолжаем работать и над другой линейкой продукции, это емкости, потому что наш пластик, пищевой полипропилен первичного порядка, он позволяет делать такие вещи. Мы сейчас стараемся и, думаю, в будущем будем выходить и на экспорт, на страны СНГ, так как отзывы о продукции очень хорошие. Это оборудование для очистки сточных вод классифицируется по количеству обслуживаемых человек. Любой тип очистит грязную воду в 4 этапа. У этого продукта есть 4 камеры. Когда поступает в первую камеру, дробит больше отходы. Во второй камере идет биозагрузка. Далее все это дробится. И потом только в конце поступает чистая вода. Даже после поступления 4-й этап очищения идет расчистка мелких отходов. После можно будет орошать пахотные земли и деревья. Компания предоставляет гарантию на каждый продукт, независимо от того, какое оборудование вы приобретаете, его установку и обслуживание будут осуществлять специалисты из Кореи. В настоящее время холдинг Sky Industrial Group делает акцент на качество, а не на количество, развивая отечественное производство. Айсло Мурзакова, Эсенбек Усенов, УТРК Чуй.